Меня зовут Антон Батуев, я руководитель агрегатного участка группы компании «Автомайо». Наш участок делится на несколько цехов. Рулевой, карданный, дизельный, цех ремонта гидротрансформаторов, аргоновая сварка и РВД. В нашем цехе мы ремонтируем рулевые рейки, насосы ГУРа, карданные валы любой сложности, приводные валы, шланги РВД, производим ремонт радиаторов и трубок алюминиевых либо медных. Также производим токарные работы, производим ремонт дизельной топливной аппаратуры, таких как механические и Common Rail. Также производим ремонт гидротрансформаторов, которые устанавливаются на автоматических коробках передач либо вариаторов. Для всех этих направлений у нас есть огромный склад запасных частей. Кроме того, на все выполненные работы мы предоставляем гарантию. Имеется большой подменный фонд готовых агрегатов. Мы можем доставить любые агрегаты по городу и в радиусе 50 км абсолютно бесплатно для вас. Мы работаем с юридическими лицами, физическими лицами, с малыми гаражами, с крупными организациями, а также по всему Пермскому краю имеется огромное количество наших клиентов. В каждом из наших цехов мы имеем необходимое оборудование для ремонта агрегатов любой сложности. Мы производим ремонт агрегатов для легковых автомобилей, коммерческого и грузового транспорта, а также спецтехники. В случае необходимости ремонта агрегатов обращайтесь в агрегатный цех компании «Автомайо» на Свиязева 37, корпус 1.